Десятки школьников лицея города Ленгер Туркестанской области отравились едким газом. В больницу, по последним данным, попали 36 человек. Оказалось, что перцовый баллончик в школу принесла старшеклассница. Я сам не разглядел, что за предмет был, просто черный флакон. Я сам не видел, как выглядит газовый баллончик, поэтому не могу сказать точно. Но ученица сказала, что нашла его по дороге, когда шла в школу и приняла его за парфюм. Как утверждает директор школы, на перемене одна из учениц в фойе учебного заведения брызнула на себя непонятное вещество. Сразу после этого любопытная девушка начала задыхаться и кашлять. Аналогичные симптомы появились и у других детей. Педагогам пришлось вызвать скорую помощь и приступить к эвакуации учеников из школы. С отравлением в больницу были доставлены сразу 34 ребенка и четверо сотрудников лицея. После обследования и улучшения самочувствия многих отпустили домой. В больнице остаются 11 человек. Поступали они с жалобами на головные боли, головокружение, рвоту. Были некоторые дети, 2-3 раза рвота была у них. Першение в горле, горечь в горле, во рту. В данный момент состояние стабильное, без ухудшения.